Всем привет! Сегодня в распаковке бензопила Hummer BPL4518C. Посмотрим комплектацию, озвучим технические характеристики и разберем органы управления. Это распаковка. Поехали! Данная пила относится к классу бытового инструмента. Мощность 2,7 лошадиных сил. Рабочий объем двигателя 45 кубических сантиметров. Скорость вращения коленвала 11,5 тысяч оборотов в минуту. Уровень шума во время работы 116 дБ. Весит пила 6 кг. Гарантия на нее 5 лет. Бензопила комплектуется шиной длиной 18 дюймов и цепью на 72 звена. Шаг цепи 8 мм, толщина 1,5 мм. Замена цепи и шины производится с помощью ключа. Функция легкого запуска позволит прилагать гораздо меньше усилий перезаводки пилы. Система гашения вибраций уменьшает тряску пилы при работе, благодаря чему значительно снижается нагрузка на руки и плечи. А широкая прорезиненная накладка обеспечивает удобный хват. Объем бензобака 550 мл. Бака для масла 260 мл. Приобрести моторное масло и масло для смазки цепи и шины можно в нашем интернет-магазине по ссылке в описании. Эта бензопила отлично подойдет для использования на даче и в частном хозяйстве. При заготовке дров, распиловке стройматериалов, спиливании веток и валке деревьев с диаметром ствола до полуметра. Благодаря кованому коленвалу и хромированному цилиндру инструмент подходит для частой и активной эксплуатации и устойчив к износу. А система гашения вибраций и легкий запуск обеспечивают вам удобную и комфортную работу даже при продолжительной эксплуатации инструмента. Приобрести бензопилу и комплектующие к ней можно по ссылке в описании. А я на этом с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться, лайк поставить. Это была распаковка. Пока!